Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть вперед на зомби-войну. Ну что, у нас праздник к нам приходит. Обменивайте подарки на рождественские ящики и получайте эксклюзивных юнитов, скины и многое другое. Ребят, я уже себе купил 6000 подарков. Слава богу, у меня баксы есть, я себе могу это позволить. И что же, вперед, вперед, друзья мои, за... скинами. Подожди, а зачем я это сделал? Ой, не туда полез. Надеюсь, нам что-нибудь да выпадет. Ну что, давай открывать. Начнем, наверное, ну вот этот вот. По десяточке будем открывать, ребят. Так, ага, кружечка. Будильничек. Часики. Опять какая-то кружка. Меня интересуют, ребята, скины новые и персонажи. Ну, в принципе, для крафта эти шмотки тоже, ребята, подойдут. А можно как-то все открыть сразу же, нет? Поехали. Так, пропустить тут есть. Вау! Так. Поддержка, награда Зюса. Так, это у нас Пейпер. Оу! Эксклюзивные костюмы, друзья мои. Хо-хоу! Три костюмчика сразу же. Но это еще не все. Это еще не все. Лесоруб, ребята, нам достался. Давай дальше. Ох ты, давно хотел, ребята, давно хотел вот этот вот костюмчик. И он мне выпал. Ага, здесь ничегошеньки. Ну, друзья мои, судя по шансу выпадения шмоток, в принципе, нормально. Я имею в виду не этих шмоток, я имею в виду эксклюзивов. О да. О да, друзья мои. Ништячок. Знать бы, сколько их еще всего тут. Было бы, наверное, немножко полегче мне определяться. Так, ну спасибо, естественно, ребятам за подсказку, которые сказали, что лучше всего собирать сетами. Если хочешь хороших результатов, чтобы твои бойцы там были молодцами, как говорится. Смотри-ка, теперь что-то вот как-то... Может быть, я все получил, что можно было? Нет, ребят. О! Хе-хе, такой в зимней шапке прикольный чувачок. Так, у меня еще... Сколько? 4 попытки, ребята, еще остаются. Мы еще и жетоны с тобой получаем, помимо всего прочего. Так, еще 2. Ну давай, давай, давай. Не жмись. Жмется. Блин. Так, ну смотрите, друзья мои, по-моему... А, вот этого у меня нет костюма. А остальное я, в принципе, все получил. Подожди, это уже у нас... Так, получено 11 из... А, все, друзья мои, все! Получено 11 из 11 эксклюзивных наград. Серьезно? То есть все... Подожди. Так, пройдите миссию с командным... усилением спасателей, пройдите команду с усилением механики и пройдите миссию с командным усилением надзирателей. Так, что дает тетрадочка? Увеличивает основной урон всех юнитов на 25% в течение 3 секунд. Понятно. А вот это? Увеличивает основную после выхода юнита. Да что ж ты будешь делать? Увеличивает? Да что ты? Все увеличивает, увеличивает. Устраняет паузы между атаками. Улучшить. Ты улучшил, что ли? Да, новый уровень, друзья мои, 7. А как по... А, сеты, я вспомнил. Так, 8 уровень. А, сеты... Так, бесплатно здесь заберем. А,
Сейф заполнен. Так, хорошо. Оплата через Иксола. А вот это, кстати, правильно, что они сделали через Иксола, что хотя бы можно, ребята, заплатить. Кто захочет задонатить, тот задонатит. Так, что у меня дальше? Так, здесь я в лиге 6 в потасовке, друзья мои. Этот игрок мгновенно перешел в следующую лигу. Лигу. Это кто ж такой-то? Это ж кто такой там шустрый-то у нас, а, друзья мои? Слишком много юнитов. В плане. Почему слишком много юнитов-то? Ну-ка, давай посмотрим. Посмотрим, друзья мои, что у нас тут. Блин, скины надо было поменять. Серьезно? Дрища завалили. На изи, причем. Ек, макарек. Что они дергаются, дрожат там? Ой-ой-ой. Можно вопрос? Это что сейчас было? Кто? Я не увидел, кто там с дробовиком-то был. Блин, зачем я нажал на пропустить, а? Ай, нечаянно. Нафиг мне два с узями-то, я не пойму. Нафига я взял рейчик? Ну, ядрен, матрен, ну, это ж несерьезно. Ну тут да, тут хорошо разобрался. Прям по красоте. Слушайте, ребята, а когда клоун будет нам доступен? Помните там костюм клоуна? Но! Офигеть! Стоп! Подожди, а откуда у него 3 автоматчика взялось? Я что-то не... Подожди, я что-то не понял. Откуда у него там 3 автоматчика взялось, ребята? Когда их может быть всего 2. Ой, какой 2? 1 даже. А у него 3 автоматчика взялось откуда-то. Чувак гранату бросил в холостую. Я офигею. Снайперша бомбит и пофиг дым. Понимаешь, пофиг дым. Она даже не попадает, ребят. Просто не попадает. Мажет. Давай, бросай свою гранату. На. Ать, все-таки подбил, а? Все-таки ухоркал мне. Так, тут кто? Снайперша. Блин, точно, ребята, нам надо, знаешь, что сделать? Вот снайперши как раз нужно ставить, ребята, паузы, да, и тут, по-моему, всем нужно ставить, чтобы минимальные паузы были между атаками. Это вообще, считаешь, что самый топ, как по мне. Да, обалдеть. Просто ушоркали, ребята. Мою команду здесь ухайдукали. Что, какая еще загрузка-то? Какая загрузка еще может быть здесь? Так, я надеюсь, она не зависнет. Ребята, что-то как-то... Нет, грузится. Подсчитывает результат, видимо. Ну что, я никуда не перемещаюсь? А, я, ребята, вообще тут на первом месте. Ух! Но, тем не менее, я не перешел. Так, дай-ка я нафиг поменяю. Что это за команда, блин? Сейчас мы с тобой сделаем нашу командочку. А подожди, а у меня же, по-моему... Вот, клоун. Он должен быть, ребята, у него костюм должен быть офигенным. Так. Подожди. А, так у меня есть уже.
Ну, давай попробуем. Ну, мне кажется, тут... не знаю, сейчас посмотрим. Это такой чувак прокачанный, что ли, я так понимаю, да? Ну, блин. Да. Тут надо, ребята, прокачивать вот этого танка как-то, я не знаю, то ли по ХП его прокачивать, вот этого. И в основном берут всех с броней. Я смотрю. Ну, этого дрища поджарили. Понятно. Этого дрища мы с тобой поджарили. До хрустящей, блин, корочки. Кто там, я не помню. Я даже не увидел, ребята, кто там был. Глен, что ли, там вылез? Одна победа, но это вообще... Этот танк слабый, ребят. Эту команду просто раз... Не, давай проигрывать. Потому что эту команду, ребята, просто в дребоданище разносят. Вот что я тебе могу сказать. Так, если... Танк с гранатой. Нет, не пойдет так дело. Вообще команда просирает. Прикинь, она просирает просто. Одна вот победа как была, так и была. Прикинь. А, так потому что я проигрываю. Я нажимаю на проиграть, а не переиграть. Вот в чем суть-то. Две победы. Ну, тут понятно. Тут даже говорить не надо, что никуда мы с тобой не продвинемся. Так, что я хотел сделать, ребята? Я хотел... покрафтить. Покрафтить, наверное, я хотел. Блин, ну, конечно, вот это вот подсчет уж больно что-то как-то долго здесь идет. Так, что у нас тут? Ай. Да, ребят, я нечаянно нажал на просмотр рекламы. Блин, будь она неладна. Ну давай, ты не, ну не томи ты меня. Забираем здесь. Я вот это хотел фармить. Ну как фармить? Хотел набрать себе немножко банок всяких вот этих вот. А вот это что такое мы копим с тобой? Вот это вот. Супербанка большая, что ли, будет какая-то? Сейчас посмотрим. Что она дает-то мне? Да ничего. Главы. Забрать. Получить очки силы в добыче. Экипируйте юнита с сетом предметов. Получить очки силы в добыче. Глава вторая. Получить очки силы в добыче. В какой добыче, ты не могу понять. А сет. А как тут так, все сеты? Ну вот, например, меня интересует вот этот сет. Так он из чего состоит-то? Увеличит урон на 50%, пока на поле боя находится только один юнит. Ну это фигня какая-то полная. Увеличит... пока находится один... воин. Пятый уровень, да?
максимально какой левел здесь? Я не помню, ребята, по-моему, вы написали. Так, крит урон повышается даже. Видимо, рандомно, ребята, тоже эти выпадают. Улучшалки. Девятый уровень, крит шанс. Ага. Так, стрелковый урон. Стрелковый урон, друзья мои. Это, кстати, очень даже неплохо. Стрелковый урон. Кому его поставить? Кто у нас самый лучший стрелок? Ну, по идее, как бы снайпер. Надеть. Где у нас снайперша? Вот она. Могу я также надеть? И вот это вот, да? Вот эту еще надо улучшить. Нет предметов. Так, а вот это что такое? Подожди. Подожди секундочку. Подожди секундочку. А вот эта вот стрелка. Сейчас, погоди. Да чтоб тебе. Вот этот значок. Критический урон наносит в 4 раза больше, чем обычная атака. А где мне взять-то эту штуку? Так, какой тут? Это улучшение идет или что? 13 уровень. Купить спецумение, да? Да, да. Есть, друзья мои. Вот оно значит, да, что? Тяжеловес. Это новый чувак. Тяжеловес, друзья мои. И вот уже до 13 уровня. Обязательно. Так, здоровье 449, ближний урон 86. Волна наносит урон. Урон волны равен 5% от ближнего урона за каждые 50 единиц храбрости. Защита от яда. Я не понял только одного. От храбрости. Мария. Свобода ее цель. Вдохновлен редитором. Редитором. А что это такое? Скоро. Слушай, ребята, что-то будет еще скоро здесь, я смотрю. Ну, в плане... Да ядрен матрен. Какие-то новые фишки, я смотрю, здесь. Скоро, пока еще этого нету, но скоро, говорят, будет, появится. Так, максималочка, погнали. Ага, стрелковый урон. А, у нее еще и ближний есть урон. Увеличивает точность два ближайших союзника на 30%. И их стрелковый урон на 10%. Слушай, тут это нормально. Нормально она так бафает. А что же вот это такое, а? Ха. И это только, я смотрю, у нее есть. Так, а вот здесь вот, где мне взять этот супер скин, блин? Северяне. Северяне всегда наносят критический удар после убийства врага. Три уникальных северянина на поле боя, и каждый первый удар северянина после выхода будет критическим. Игрок получает 15% стоимости юнита обратно при вызове юнита стоимостью 20.
Угу. Стоп. Ребята, а что вот это такое? Сейчас, подожди, где-то я тут видел. Смотри. Здесь все полностью. А, это, видимо, у нас команда есть, которая вот это. Все, я понял. Все, я понял. Вот, вот она тут обозначается. То есть и вот этого у нас нет, получается. Подожди. Вау. Конечно, коллектор. Психа. Так, он максимально 13 уровня. Отсутствую. Так, собери 3 предмета и заноси для получения бонуса. Ну, это понятно, бонус. Этого мы купили. А вот это вот, например. Этот. Ну вот елка, это значит рождественский, да? Получается. Так, а вот здесь вот. Е-е-е, друзья мои. Технический боско. Ух. Так, увеличит урон, пока на поле боя один. Типа сет. Повысили, да, мы ему? А тут причем не имеет... А, ну это на всех распространяется. Понял, все, я понял здесь. Так, у этого звезда. А, это морпех. Пока на поле боя он один. Так, елки. Вот здесь что-то есть, нет? Вот где этого получить? Вот где это значок получить, ребята? Психи. Псих. Бульдозер. Блин, мне нравится вот этот вот. Ух. Можно улучшить же, да? Нет. Можно улучшить, но мне нечем. То есть для этих ребят еще не все подойдет. Или же... А, да к нам не то, что не все подойдет. У нас просто ничего и нету больше, друзья. Ну вот же, вот психи, тут мороженка. Тот псих бы мне тоже бы не помешал бы. Если честно. Костюм психа. Так, что я хотел сделать? Попробовать, ну, другой колодой. Вот тут, может быть, убрать и поставить. Но не нравятся мне вот эти стрелки, блин. Может, Соньку взять? Может, этого глянуть, а, ребят? А, ну он чисто ближний, да? Давай попробуем разочек. Посмотрим. Ну, по-моему, Эбби, она такая себе. У нее очень быстро там заканчивается этот, и все, и начинает порожня гнать. Ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Не знаю, ребят. Зачем я нажал опять проиграть, а? Да ну, это Эбби, это одно название. Отстой какой-то. Да.
Это полный звездец. Ну куда ты, Эбби, вшивой лезешь-то? Твою налево, блин, ее разбирает, ребята. Сосудище просто. Взял на свою голову какую-то идиотку, блин. Эбби, блин. Ну посмотри, как она долго. Пока зарядит свою катушку, пока начнет стрелять. Нет, 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 это какая-то параша полная. Мне не нравится, друзья. Она начинает, конечно, стрельчить, как турель, блин. Но пока она зарядит, блин. Пока она все это сделала, очень долго, друзья, очень долго. Мощно бьет, ну долго. Тут как бы, блин. А сейчас гранату кинет. Хорош. Тут, тут мы их, конечно, да, загасили, гаденышей. Один. Вот если бы снайперши что-нибудь такое поинтереснее бы вкачать, прокачать, вот это было бы тема, ребят. Как это книжка? Книжка спартанца, блин, выпала нам. Опять один. Еще книга спартанца. 8 побед. А для того, чтобы перейти, по-моему, на новый этап, нам нужно то ли 9 побед, то ли 10. Я точно не помню, ребят. Но больше 7 это однозначно. По-моему, 9 или 10. Раньше, когда играл, по-моему, 9 надо было. А что вот это такое здесь? Это вот что мы с тобой делаем? Чтобы его завалить? Это где мы проиграли, получается, что ли? Победа. Ну, мы его победили, допустим. И что? И что нам это дает? Устраняем конкурентов, что ли? Медальки мне дают. Но там-то, по-моему, надо сразу пройти. Там-то, что ты медальки свои получаешь, это полная фигня. Смотри, 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 как рассекают. Это даже, эта карга даже, ребят, ничего не сделала. Поражение. Я не могу понять, откуда у него здесь два этих хламона взялось. Он же меня сейчас выбесит, и я возьму свою супер-пупер-турбо-команду. А если я сделаю команду из морпехов? Команда морпехов, она... Морпехи, они как выглядят у нас? Вот это, по-моему, морпехи. Со звездой. Ну и чё? Ну, где морпехи-то, ЕПРСТ? А Сонька тоже идет к морпехам? Ну, получается, да. Так, два. Мне нужен еще один морпех. Как-то не получается. Что-то не получается, ребята, у меня с морпехами. Морпехи, три. Так, между атаками всех морпехов нет паузы.
А как мне так сделать? Ну вот, например, возьмем так. И буквально еще одного морпеха не хватает. О! Подожди, 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 подожди. Ать! Черт, что-то не то сделал. Да блин, я уже забыл, куда идти-то. 100 монет. Ага. Ну тут надо 5 их. Ну, давай попробуем. Получится, интересно, завалить такую команду? Вряд ли. Подожди, а у него почему-то, ребята, получается. Можно мне вопрос, а как он... У него получается, у него автоматчик это, или у него не морпехи? Да нет, морпехи у него вроде бы. А как он уложился в 5 бойцов? Я что-то не могу его догнать. И все, и не хватает. Схема команды. Блин, жалко, тут нельзя так нажать морпехи, чтобы тебе показали всех морпехов, блин. Нет, тут приходится вот выискивать, высматривать их самому. Сонька и этот. Сколько они? 25-25. Оба стоят по 25 энергии. Оба стоят 25 энергии. Подожди секунду, я что-то не могу понять. Морпех. Ну вот, например, возьмем морпеха, да? Так, подожди, тут у нас что? Есть что? Нет, не надо мне этого. Да куда ты лезешь-то, твою налево, блин, ну? Ой, хорош тупить. Так, морпех. Да вот они все тут видны. Я не знаю, как он там умудрился сделать, друзья. Давай-ка еще раз посмотрим на его команду. Я не могу понять просто. Сейчас посмотрю, кто у него. Так, ну вот, смотри. А-а-а, у него не морпехи, ребята. У него... Нифига! Ты видел? Ты видел зомби-медика? В первый раз вижу. У него не морпехи, оказывается. У него... Блин, а кто это такие? Я уже даже не знаю, что это за команда-то. Хм. Так, ну хорошо, давай. Давай уберем. Значит, у него вот какая команда. Так. Так. Так.
И с копьем, да? Ну вот, посмотрим сейчас. Да откуда у него этот-то, блин, вмещается-то? Как он вмещается, ребята? Он не может вмещаться, блин. Откуда вот этот гаденыш у него вместился? Что-то я не могу врубиться. У меня уже баллы закончились, а у него они все есть. Я что-то не могу понять вот этого прикола. Как он туда влез-то? То есть с автоматом это получается. Сейчас, секунду. С двумя молотками, чувак. Вот он, да? Ну, автоматчик. С копьем. И как пятого-то, как тут пятого-то воткнуть, я не пойму. Ребят, это что за читерство, что ли, какое-то? Ну посмотри внимательно. Не пойму. Я не могу понять, как он Глена сюда этого взял. Как Глен может вместиться в команду? Так. Секунду, подожди. Давай кое-что просто для себя. А, не, ну здесь-то они вместятся. Ну ладно, давай, короче, посмотрим. Так, например, автоматчик. Так, выбираем. Копье. Этого я не помню, там, по-моему, не был. Глен, да? Глен. Глен. Так, это механик, это не то. А где у нас Глен? Подожди, а где Глен-то? Может, вот это вот? Нет, это не то. Где Глена, не могу найти. Трындец уже. Да как так-то? Че, вообще что ли я ослеп? Или че, я не могу понять. Где пацан в красной футболке, ну в бейсболке.
Ну фиг с ним, даже если мы поменяли, мы это уже... Это не то, это стрелок. Но опять же не то. А, вот Глен. Вот он. Давай посмотрим. Непонятно, мне все равно, как, ребята, он туда и втюхивает все. Как они, блин, втюхивают туда все, а? Слушай, ну такая команда, да? Дерзкая. А, у них же нет остановок между атаками. Это плохо. Оборачиваться не надо, да? Ну, Сонька там наяривает. Есть. А мне все равно непонятно, как он забрал всю команду. Вот хоть ты убей, я не понимаю. Он воткнул пятерых туда, куда их никак не воткнуть. Я проверял, ребята, лично. Четверо, это максимальное, что я могу себе позволить. Но если мы уберем этого, допустим... Ну вот, смотри, ну вот четверо и все. А, подожди, не того воткнул. Где у нас там этот? Вот этого, да? Ну вот, ребята, ну все, все. Ну больше, ну нету никого. Ну я не знаю, как тут можно. Вот давай еще раз глянем сейчас. Как он вот этого сюда воткнул? Кто это, бочку выставил? Нет, друзья, я не знаю. Это какая-то чушь полная. Ну, я не могу. Если кто-то знает, прошу написать в комментариях. Каким макаром он поставил пятого персонажа, когда не хватает энергии? Я сомневаюсь, что есть какой-то баф или еще что-то, или какое-то улучшение для этих солдат. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, что что-то такое, что может им прям охренеть, как добавить в плюсик. Мне кажется, вряд ли. Ну, даже если вот посмотреть. Увеличивает урон по оглушенным. Так, это что? Сохраняет одну единицу здоровья при получении смертельного урона впервые. Увеличит основной урон и дальность между... Понятно, это Хантер. Увеличит здоровье на 25%. Урон по замороженным врагам.
Так, рейнджер. Увеличит критический урон. Игнорирует 50% сопротивления, ну, понятно. Дает 25% шанс не получить урон. Увеличит основной урон на 10%. Увеличит основной урон всех юнитов на 7%, пока... Ага, понятно. Да куда ты, блин? Увеличит скорость на 2. Увеличит количество монет, получаемых после битвы на 10. Увеличит основной урон на 5. Нету, ребята, ну нету здесь такого, чтобы у тебя прибавлялся один дополнительный юнит. Хрень это полная все. И либо читер, либо, ребята, пишите в комментах. Я не знаю, как он этого сделал. Как он это вообще мог сделать. 5 юнитов уложить в 60 энергии. Без понятия. Ну что, на сегодня я тогда буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.